Экс-лидер легендарной Агаты Кристи Вадим Самойлов, рок-певица, актриса, музыкант и путешественница Юлия Чичерина, популярная рок-группа 7Б – такова звездная афиша концерта, который состоится в пятницу 24 апреля на Центральной площади Донецка. Фестиваль русского рока пройдет в рамках празднования Международного дня солидарности молодежи и при поддержке общественной организации «Молодая республика». Проходить он будет 24 числа, начало в 16:00. В нем будут участвовать знаменитые российские рок-группы. 12 часов начинается в общее начало этого концерта. То есть там будет грандиозная ярмарка, далее выступления местных групп, ну, вообще в общем шоу-программа. И на 16:00 начало концерта российских рок-звезд. С 16:00 до 20:00. В 20:00 начинается дискотека. Но мы этой дискотеки как бы не будем дожидаться. То есть все автобусы, которые едут с Харциска, по окончанию концерта возвращаются назад. Для поездки харцизян в Донецк на фестиваль организаторы мероприятия готовы предоставить бесплатный транспорт. Для этой поездки нам предоставили несколько автобусов. То есть все желающие могут присоединиться к нам и поехать туда. Это 24 числа, автобус выезжает в 13:30. То есть все, кто хочет присоединиться, могут приходить сюда, но предварительно нужно согласовать, созвониться с контактными, ну, с людьми, которые этим занимаются, для того, чтобы записать. Желающих отправиться на концерт организаторы просят до пятницы записаться в списки. Более подробную информацию можно получить по телефону 066 881 31 10.